Итак, доброе утро всем. Дон Пабло с вами, дорогие друзья, и начинает репортаж. 7 часов утра. Смотрите, сосед приходит каждый день купаться сюда. И вот как раз я и засниму этого соседа. Смотрите, он не боится. И говорит, что он уже много лет плавает здесь, в этом океане. Хотя здесь никто туда не опускается, никто не плавает. А сосед, смотрите, смело заходит. Он, конечно, не знает, что я его снимаю. Одевает, смотрите, маску. И сейчас он поплывет. Опа! И пошел, вы видели, да? И здесь никто не плавает, кроме этого соседа. Говорят, что много лет, я не знаю сколько даже, но что-то такую цифру приводили, что очень много. И где же наш сосед? О, плавает, и действительно плавает, и не боится. Хотя посмотрите, какие волны. Прямо здесь вот с нашим домом, 2 минуты от дома. Смотрите, что творится, а? Действительно не боится он и плавает здесь. Это смелый, отважный сосед. И смотрите, как он далеко поплыл. Молодец. Я только слышал, мне говорили о нем, что он каждое утро плывет. Далеко уходит в океан. Но я не видел ни разу. А я, Дон Пабло, пришел сюда, вот это 7 часов утра. Здесь так классно. Смотрите, я взял, разрезал кокос. Вот у меня я в стаканчике, видите, кокосовый сок. И одну половину кокоса я уже съел. И другую... Сейчас, думаю, доедать вот это. А так, смотрите, по-прежнему красиво все. Погода прекрасная. Я вчера отработал последний день. Очень счастлив. Спасибо еще раз ребятам, что поверили в меня. Доверили мне работу. Я почувствовал себя мужчиной, что я могу, в принципе, работать потихоньку по возвращении в наш штат. Так что я очень счастлив. Надо же, как далеко он ушел, а? А собака его ждет. Сейчас пойду снимать. А здесь видите, какие волны. Так что вот так вот. Я с вами. И продолжаю репортаж.
Итак, я продолжаю репортаж. Меня действительно сосед удивляет. Он очень далеко заплывает. Я его пытаюсь найти, вот камерой, да? Он действительно очень далеко. Представляете, это он плывет так далеко. Видите, это он плывет. А на самом деле это очень далеко. Я так понимаю, что это очень смелый человек. Заплывать вот это на такие далекие расстояния в таком месте, где никто не плавает. А собака его ждет у вещей, сидит и ждет, он с собакой пришел. Собачка ждет у хозяина, а хозяин уходит далеко в океан вот, и плавает. Смотрите, как он плывет и не боится. Смелый сосед, он мне напоминает детство, когда я жил на Кубани. У нас там тоже был сосед, Иван Уколыч почему-то его звали. Он бывший моряк, и он тоже постоянно, каждый день, в любое время года, он спускался к Кубани, если это была зима, рубал прорубь и окунался там. А если просто обычная вода, он окунался, с полотенцем ходил, вытирался. И тоже был такой смелый, закаленный и прожил очень много лет. Что такое вот доброе утро. Репортаж об удивительнейшем человеке, вот этом соседе, который не боится. Смотрите, какие волны, а он плывет. Обратите внимание, он не боится вообще. Молодец, смелый такой. А волны, посмотрите, какие. Ну, страшные же волны такие.
А я с вами, дорогие друзья. Смотрите, как собака обрадовалась, его увидела вот это. Собачка дождалась его, смотрите, как она радуется, ликует. Он вернулся с океана, она ждала, переживала вот это вот. Ну вот так вот получился у меня такой классический репортаж, можно сказать, о соседе. Смелом, который не боится вот этого всего. Не знаю, он бесстрашный. Обратите внимание, какие волны. А он смелый и отчаянный. Я только о нем слышал, а сегодня просто он попал в мой репортаж. А я с вами, дорогие мои. Смотрите, я покажу вам Vacation House, который сдается в аренду. Это первый от океана. Посмотрите, как красиво здесь. Я уже показывал. Посмотрите, какой бэк-ярд здесь. Пальмы. Водопад там. Бассейн. Тут же океан. А во втором доме вот этот с деками, который с балконами, и проживает дом Пабло у прекрасных людей, добрых. Если кто хочет прикупить вот эту земельку, продается вот этот участок, смотрите, на котором вот я нахожусь сейчас, да? Вон там конец, вы видите, океан так красиво все. Если кто интересуется этим участком, пожалуйста. Вот этот участок, вот он. С такими пальмами уже вот. Вот этот участок до того забора, где дом. Он и недорого стоит. За него просят 2 миллиона долларов США. Вот этот вот участок. Видите, вот по этой стороне забор. Вот такие пальмы. И там, до того дома. И вот так вот по периметру. Купите себе, построите дом. 2 миллиона США. Зато у вас, смотрите, будет первый дом от океана. Вью у вас океан, и будете купаться, как этот сосед, каждый день. Ну что, а я пойду доедать кокос,
допивать сок кокосовый. И пойду, наверное, домой уже. Может, ребята уже проснулись. Сыны мои, стрелы мои. А с вами, как всегда, был. И вы наверняка уже узнали меня даже по голосу, так? Конечно же, догадались, что с вами был и вел этот утренний репортаж о смелом, отчаянном, бесстрашном и храбром соседе, который ходит каждый день на этот океан, в это место и заплывает в океан, а собака ждет его. И потом, когда он возвращается, она радуется, потому что хозяин вернулся. А с вами я, ваш журналист, Дон Пабло. До следующих репортажей, дорогие мои.